Я еле успокоился. Я вам честно говорю, у меня сейчас чуть голова, блядь, от смеха не взорвалась. Здравствуйте всем. Всем привет. Это просто забейте. Это вот эти 4 секунды сделали просто мой сегодняшний вечер. Это лучшее, что я видел за последние 1000 лет. У меня вон все админы ухахатываются. Короче, я могу вам скинуть 1 час видос. Ровно 4 секунды вы его посмотрите, я его сразу же удалю. Прям вот начну стрим с этого. Кстати, здравствуйте, всем привет. Если хотите, я скину. Значит так, это в телеграм-канале, подписывайтесь на телегу. Сейчас сразу скину видос, отвечаю, настроение 100%. Просто сейчас взорвет, просто порвет. Все, готовы? Сейчас будет вообще разрывная просто. Акут, спасибо. Спасибо, дядь, но не сейчас. Я удалю сразу, говорю. Готовы? Закину в чат. Не где Hard Insight, а где... сейчас скажу, чатик наш. Это Hard Play Team чат. Готовы? Бля. Скинул. Вот жду. Жду ровно 20 секунд, блядь. Я правда, я... У меня сейчас у всех админов просто... Там сказать, что это истерика, это вообще ничего не сказать. Так, все. Все. Я осудил, если что, этот ролик. Все, тихо. Все. Все, я правда, мне уже плохо смеяться. Я вообще, это как бы стрим по РДР. Мне... Я вам честно говорю, меня сегодня просто порвало. Короче, кто подписан на телегу, тот... Там оповещение есть, а есть чат. Там обсуждение, заходите, вот там чат. Все, все тихо. Ой. Так. Сейчас я переключусь на лад, ладно? Все. Все, тихо, спокойно. Кто не подписан, да, на телеграм-канал Hard Insight, ребят, там есть оповещение о стримах, а есть чатик. В чатике можете звук там убрать, кто не сидит, а вот оповещалочки не забывайте. Итак, всем здравствуйте, всем привет, с вами, как всегда, я, Леха. Вы не Конторадо, вы находитесь на канале Hard Games. Нас, кстати, почти 500 000, напоминаю. Осталось всего 2000 человек, так что, кто не подписался, подписывайся. Добро пожаловать на канал, не забывай влепить вместе с подписчиком рядом колокольчик. Оповещение там будет все. Прям написано все через букву Ф. Значит, сегодня 3-я серия нашей замечательной игры Red Dead Redemption 2. Напоминаю всем то, что я ее не забросил, не закинул, как бы многие это думали. Мы с вами за 14 часов прошли до того самого сейва, где мы с вами остановились. Так что всем приятного просмотра. Спасибо всем, кто делится стримом, нажимает кнопочку поделиться, делится в соцсетях. Спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки. Ну а мы с вами начинаем. Анна Павловна, спасибо. Мне очень нравится, что вам тоже понравился этот видеоролик. Шикарный. Анна Павловна, заметьте, как говорят. Анна Павловна. Ой, очень мне нравятся такие. С характера женщины. Особенно, когда 40+. Уф. Милфс. Уф. Осуждаю. Хороший свист, да, мне тоже понравился. О. Милф Хантерс. Да-да-да. Ладно. Так. Сегодня вплотную мы подошли, ребят, к той миссии с этими бочками. Сейчас поедем их забирать. И дальше я сюжета вообще не знаю. Мы обязательно с вами поохотимся. Осуждаю, одобряю. Так. Ну что ж. Ой.
Чего? Нет. Что за безысходность? Нет. Да. Я сам буду сохраняться, все. Наш глава говорит, что? Давай, говорит... Давайте, говорит, мы все вместе будем деньги добывать. Кто-то охотой добывает. Кто-то там девочки работают. А кто-то это просто я. Вот, пожалуйста. Своей отправил видос. Ей тоже очень понравился. Оценила по достоинству. Так, ладно, мы не об этом. Итак, давайте миссию мы с вами вспомним. Так, кстати, за нас здесь награда 300 бачей. Я бы, наверное, все-таки сделал задание именно вот это. С колесиками. Но... Вы знаете, здесь очень спорно. С одной стороны, вот отсюда упереть ее будет гораздо проще. Давайте мы вот досюда, если что, доскочим, да? Доскочим и посмотрим. Кстати, напомню, ребят, коняшечка. Ты че, родной? Голову сломаешь. Я понимаю, что там все красиво, но не настолько. Скоро, скоро, Сань. Сейчас займемся. Об этом скоро, кстати, сообщение будет. Итак, пожилой ковбой в деле. Скилл на пределе. Погнали с вами в город. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Погнали, это хорошо. А лошадку покормить не забыл? Погнали-то это, конечно, все здорово. Вот. Поехали. Бля. Лисичка. Лисичка. Бан. Ага, ее так просто не это. Блин, я думал шкурку лисички на халяву. А нет. Интересно, кто быстрее бегает, я или олень? Ну, коня грабить не буду по кустам. Так что это? Тыгдын, тыгдын, тыгдынский конь. Тыгдын, тыгдын, тыгдынский конь. Блин, может нам до ночи как-нибудь подождать? Ночью, типа, эту повозку упереть? Мне кажется, в городе сильно вообще точно не обрадуются, что мы хотим что-то украсть. Что-то мне так подсказывает. Чего? Кто это пукнул? Бля, бочка идеально стоит. Всего один человек, ребят. Hey there, partner. Hey, fella. Один человек. Ёпта, утку забыли выложить. Сейчас утка протухнет. Масочку на лицо, да? Масочку на лицо и по тапкам. Не? Кто тут хватится? Стрелять по мне никто не будет. Не знаю. Ч
чух, чух, чух. Лошадка бегит. За шо? Не знаю, кто это сделал, понятия не имею. Марусь, привет, присоединяйся. Бля, сколько девочек вечером смотрят? Вы что сегодня все? Здрасте. Блин, ну нас в розыск не подали, это очень хорошо. Чё, там репа уменьшилась, но... Чё страшного, еще какого-нибудь этого оболтуса поймаем с вами и все. Почему закрыли чат от спойлеров, как всегда. Бро, спонсорка на канале 25 рублей в месяц стоит. Ну типа... Мисс Психика. Полин, извини, пожалуйста, я не хотел. Кого я обманываю? Хотел. Хотел. Правда, хотел. Я не понял, а где этот... Ух, ни хрена себе. До этой точки, как до Китая этим. Тем, что в видосе было. Спасибо, ребят. Месье Колобок, спасибо за подписку. Знаете, музычки не хватает, да? Вот побольше такой атмосферы. Блин, сегодня хочу поохотиться на этих, на всяких кроликов, на всех остальных, на птичек. Рыбалка, мне сказали, вроде как по квесту будет откроется. Я в комментариях почитал. Кстати, комменты ваши читаю. Видеоролик. Надо, кстати, зайти, я все забываю лайкосы проставить, а то я с основного аккаунта смотрю. А я спасибо. Спасибо, ребят. Короля в чат, поприветствуйте нового. Не-не, я сейчас куплю обязательно винтовку. Леха, здорово, завтра за БТ. Ты залетаешь. Чичи надеется на пати. Не знаю даже. Сырги, спасибо огромное, ребят. Спасибо. Нет, я ворвусь, конечно. Ну, если будет где-то рядом носиться, why not? Типа... Я же не буду никого прогонять. Наверное. У меня-то завтра, да, врыв. Ребята, у нас завтра в New World врыв. Посмотрим, как он вообще зайдет, зависнем мы на нем или нет. Но зная себя... Блин, ну, понимаете, за моим геймплеем вам, наверное, скучно, ребят, будет смотреть. Потому что я на крафте же всегда. Хотя не факт. А может и зайдет. Просто, честно говорю... Особенно фанатам, прям подписчикам, лучше не смотрите New World, потому что все, что связано с мой RPG, это уже не Алексей, это будет другой человек. Лучше не надо. Лучше... Ёпта, бочку пробили, бочка! С бочки льется! Я только сейчас заметил. Слышь? Ладно, чё, квест засчитали. Так даже веселей. Так. И теперь нам куды? Кстати, здесь какая-то конюшня еще есть. А теперь нам... К Джону, что ли, да, получается? Кстати, еще один должник. Спасибо, Донат. Так, бочечку мы подогнали. Там далеко, далеко есть земля. Там, да, я тоже сразу вспомнил это. Там далеко, далеко есть земля.
Какой-то это, дальнобойщик какой-то получается. Ля, как красиво. Смотри, смотри, смотри. Блин, ну игра, конечно, реализм просто какой-то бешеный. Поехали. На стримфесте, кстати, скорее всего, буду 2 дня. Ненадолго приеду. Там попросили нас на Диабловский, по-моему, стенд ворваться. Вы должны меня выручить, мистер. Вы это сделаете, пожалуйста. Арестант? Что с тобой стряслось? Просто отстрели цепи. Иначе мне жопа. Брателло, живи. Не, ну мы как бы тоже сами не честны на руку. У меня нет денег, чтобы оплатить вам за доброту, но я вам могу предложить кое-что получше. Один человек рассказал мне про ферму на отшибе, на котором полно ценностей. Если будете в Роудсе, то поезжай на север, а потом на восток. Там один парень свиней выращивает. Роудс на север. Опа! А вот это от души. Опачки. Так. А ну-ка, 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 где это у нас тут такая? Слушайте, а я что-то не бачу. Вы видите? Может, я в глаза долблюсь? Спасибо, ребят, спасибо за подписки всем. Или, может, откроется? Короче, он говорит, где-то есть чувак, свиней пасет, и у него в доме просто там типа полно этого. Полно ништяков. Ну окей, откроется, найдем. Ладно. Ничего страшного, на карте-то в любом случае это уже появилось. Кстати, прикольно сделали, что карта закрыта. То есть, видишь, как не упрощают игру. А типа откроешь карту, тогда вот на карте увидишь точечку. А сейчас типа нюхай бебру. Он говорит, в доме полно ценностей. Степ, спасибо. Спасибо, ребят, за подписки. Добро пожаловать на вечерние наши атмосферные такие стримочки. Днем, да, у нас такой более веселый контент. Донаты что, залагали? Да ладно. Сейчас сек. Да нет, вроде. Сделал. Спасибо огромное. Миш, Хаус и Степан, спасибо. Что-то Дана Шналерс опять моросит. Надо сказать будет. Откроется позже, Роудс. Блин, посмотрите, просто красота какая. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака. И солнце светом с тобой. Так, ладно, не выезжаюсь. 18 лет, Степан Гостеев. Степан Гостеев, поздравляю тебя с совершеннолетием. Теперь ты можешь сесть за все, что угодно. Плохое поздравление. Короче, счастья, здоровья. Вкратце. Лошадка у меня. Тихо, 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 тихо. Ну ты че? Ну тихо, не надо, не надо, не надо, не надо, не быкуй. Ты че, моя хорошая, а че ты так газанул-то? А че это ты, мать? Ты чё так прям? Чё-то она прям это... Погоди, чё-то она у меня прям приуныла, лошадка.
куда закинул. Сейчас, сек. Где-то я здесь видел. Это для меня есть где-то прям для лошади. Подожди, а почему она пить не хочет? Слышь. Мать, ты у меня не заболела? Нет, ничего там. Что-то она прям приуныла, короче. Привет, с Прибалтики. Регулярно смотрю твои стримы и кайфую. Сегодня моя котейка выпрыгнул в окно. Надеюсь, твой ламповый стрим поднимет настроение. Пресс-эф получается. Надеюсь, отвлеку тебя. There, girl. Come on, girl. Так. Здоровье, ну подожди, ну давайте. Ну-ка, мать. Погнали-ка. Свои, свои. Тихо. Ну чё ты? А быкует. Как у любой девушки, ласка нужна. Атом, спасибо. Ух, ёпты, я понял, что ты быкуешь, мать. Не шутя. Шутя. Отдохни-ка маленько. Так, мы теперь с вами сейвы будем делать прямо перед миссиями. Сначала я ложусь спать. Сейчас я ложусь спать. Спать. Утро. Давайте как следует выспимся. 11 часов, я думаю, этого прям более чем достаточно. Так. Сейчас как раз, кстати, погода плохая. Закончится. Ага, найс, погода закончится. Ну ладно. Так, получается, мы теперь сохраняем. В смысле, нельзя посохраниться вручную? Чего? С рояля. У меня аж квеста никакого нет. Че? А, во. Он просто не проснулся у меня. Теперь мы сейвимся перед квестом. И вот теперь вот мы вырываемся. Хай. Джон. Джон? Как успехи? You? Хорошо, а у тебя? Я разобыл все, что нужно. Хорошо. Мне кажется, нам понадобится еще один человек. Чарльз? Я схожу за ним. Встретимся у цистерна. Sure. Ага. Видишь, Артур? Не такой уж я и тупой. В следующий раз надо, чтобы волки сожрали весь твой мозг. Тогда ты станешь гением. Так. Это нам получается теперь... А, к Артуру. Понял. Понял, принял. Who did you call a goddamn drunkard? Hi, Arthur. Abigail. What is it? Ну что тебе? Can I ask you a favor? Можно попросить тебя об услуге? Наверное, нет. Очень смешно. Ты можешь как-нибудь развлечь Джека? У него подавленный вид. Бедный мальчик. Пережить все эти потрясения — это непросто. С чего бы? Я что, твоя нянька, что? Потому что ты ему нравишься, и... Ты знаешь, что... Короче, типа, похож на отца там. Все дела. Поменьше вебку. Легко. Во. Изи.
Так, ну что, пойдемте развлекать мальчика. Турун-турун-туру-ту. 300 бакс. Слышь, пацан. Хай. Чем занят? Играю. Интересно. Ну да. Палка крапиву херачу. Хочешь со мной на рыбалку? Рыбалка? Да. Ты... Тебе уж пора начинать помогать по хозяйству. Ладно. Пошли за удочкой. У тебя есть удочка? Конечно, есть. Я дядя Хозе сделал. Погнали, короче, по рыбачу. Ебой. Слышь, пацан. А где пацан? Пацан. Нихера себе поплавок, ёпта. Я что-то, блядь, не знаю про свою лошадь? Левит, добро пожаловать. Он говорит, ты храбрый пацан. Ну да, совсем как ты. Куда это он удочку убрал? Родственницу по карте маленький совет. Он само собой идет, конечно. Мы рыбку половим, я бы с радостью половил. Кстати, интересно, как здесь рыбалка вообще реализована. Очень это интересно. Охоту мы примерно поняли, как? Someone can get you another storybook. Really? When? We'll see. Got fish to catch. Так, ну типа где-то здесь. All right. This looks as good a spot as any. Погнали. Че, как щукаря, знаешь, какого поймаем? Down by the shore. Сейчас там, смотри, сейчас щукарь какой клюнет. Смотри, смотри. Смотри сейчас. Ой, я хер его знает, где у меня. Сейчас, смотри, лё, блядь, карась. Нам нужна наживка. Чего? Сыр? Сыр? Да ну нахер. Привлекает мелкую рыбу, как синежаберник и каменный окунь. О, я искал на окунь, окуни сейчас. Смотри, смотри. Как можно более вонючий сыр. Сейчас смотри, пойдет. Смотри, смотри, сейчас карася. А как понять, у тебя клюет? Пацан, у тебя клюет? А у меня клюет? If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. I think you've got a bite. О, look. Пошло! Хейт! Чего? Чё делать? Чё делать? Ой. That's when you gotta be careful. Вытянуть R, чтобы подкручивать леску быстрее. Крути давай. I'm gonna try reeling them in. А, типа ее сначала надо это? This is a great fishing spot. Don't jinx it, kid. Короче, когда вырывается, то крутить не надо, понял?
ля-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 ля. Все. You okay there? Легчайше. Смотри. Смотри, смотри. Изи карась. Едь. У тебя клюет? В смысле бросить воду? Все домой. 283 грамма. Слушай, это такая... Что, дебил? I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Ой, боже. See that cast, Jack? О, тихо-тихо-тихо. Карась, 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 смотри, пошел, чую. Ой, хороший. Давай, ёпта. Домой, папе. Эть. Да, конечно, сраку. О, щукарь! Ёпта, щукарь, отвечаю! Щука! Что это за карандаш? 652 грамма, ты ее держишь вот так вот? На полкило щукарь ты ее двумя руками держишь? Домой. На рыбалке скучно. Для щукаря, прикинь, поймали. You can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit, wait. Главное на середину кидать. Try not to worry. На середине там самое это. It's good for you. It's good for you? I guess. Привет, Алексей. Отец, что делать, когда безответная любовь и разочарование? У тебя клюет? 22-го года заебало депрессивное состояние. Хоть на минутку у тебя забываю обо всем. Спасибо тебе за это. Мистер! That's just a part of fishing, Jack. Ушла. А дальше забрасывать, на там на глубине всегда все ходят караси. А? Попався? Хадость. Все, домой. Что это мы можем потом попродавать рыбку-то? Слушай, смотри, они разные даже по цвету. Ты кто? Снапера и теперь щуку. 300 грамм. Мне все надо. У нас дома дети не кормлены. Hey, look at this. Эй, смотри. This necklace I made. Теперь плюс удочка, кстати. For mama. Ожерелье для мамы. Конечно. What a fine young man. Какой приятный юноша. In such complex circumstances. Такой затруднительной ситуации. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Артур Морган? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Вандерлин's most trusted. Самый доверенный помощник. You've read the files. Ты читал досье? Досье. Orphan street kids seduced by that maniac Silver. Бездомную сиротку увлекли сладкие речи маньяка. Degenerate murderer. Agent Milton. Agent Ross. Pinkerton Detective Agency. Детективное агентство Пинкертона. Nice to finally meet. Приятно познакомиться. You're a wanted man, Mr. Morgan. Вас разыскивает мистер Морган. За вашу Голгана назначена награда. $5,000 за меня? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. Нам нужен старик Дач. Because I heard. А я вот слышал, что человек, похожий на него, ограбил поезд, принадлежащий самому Левиту. Неужели кто-то занимается подобными в наши дни, пацаны? Да нет. Послушайте. Вот что я вам предлагаю, мистер Морган. Сдайте нам босса, и тогда виселица вам не грозит. Даю слово. И так она не грозит, агент Милтон. Видите ли, я не делал ничего дурного. Разве что не играл на вашем, типа, по вашим правилам. Избавьте меня от философии. Я их уже наслушался.
От Мака Каллендера? Его уже прилично изрешетили, когда я до него добрался. Так что это, пожалуй, было убийство из сострадания. Медленное, но из сострадания. Вам нравится быть игрушкой богатеев? Мне нравится общество. А такие, как вы, приносят жестокость. И вас всех ждет жесткая смерть. Мы все умрем, агент. А кто-то раньше других. Да? Ага. Не обращай внимания, малой, это петушары. Местные. Спрашивали за маленьких мальчиков, я им отказал. Так что мы теперь с тобой друзья. Не обращай на них внимания. Го, пацан. Какая-то отсылка реально на острые козырьки. Или мне кажется? Тупо быдло, конечно. Котик, хай, спасибо. Почему ты соврал про то, где сейчас дядя Дач? Потому что эти неприличные люди были, короче. Я не хочу, чтобы они им причинили вред. ЧСВ, котик, спасибо. Надеюсь, что Мика в порядке. Надеюсь, что они типа говорили не про него. Я говорю, забудь про них. Мир полон нехороших людей, поэтому у тебя есть мы, чтобы защитить тебя от таких людей. Так, давай пацана закинем, подожди. Что-то я там заметил. Подождите. Да, ну-ка, сейчас, погодите-ка. Там, по-моему, были шпили-вили, да. Надо пацана сначала выкинуть. Мало ли, там какая-нибудь перестрелка или еще какая-нибудь нештатная ситуация. Пацан пострадает. Чего ты выеживаться? О, вот и вы. Как успехи? Мы поймали рыбину, а я сделал тебе ожерелье. Какая прелесть. Повезло мне с тобой. Ты сказал, спасибо дяде Артуру. Мы здорово провели время. Что-то не так? Просто кое-кого повстречал. Надо переговорить с дачей. Ты молодец, пацан. Расик, у нас проблема. Я встретил кое-кого у реки. Одного типа по имени Милтон. Я забыл, как звали второго. Росс. Милтон и Росс. И они работают на детективное агентство Пинкертона. И знают о поезде. И знают, что мы тут. За тобой следили по пути сюда? Нет. Они знают, что мы где-то поблизости. Им нужен ты, Дач. Они предлагали мне свободу в обмен на тебя. Что ж, не согласился. Очень смешно. Что мы будем теперь делать? Пожалуй, ничего. Пока. Они просто нас запугивают. Хотят, чтобы мы сделали какую-нибудь глупость. Мы пережили самый трудный период. Мы справились в горах. Надо просто сохранять спокойствие. Ну, не знаю, Дач, не знаю. Слушайте, я тут что-то подумал. Может, попробовать карася вот этого поймать? А ведь он рядом. Давайте легендарного карася попробуем поймать. А чё бы и нет? Sorry, girl.
Подождите-ка. Ну или просто там половим. А вот и шпили знакомые. О как. Оно. Так. Так. А теперь нам нужно открыть карту. Наверное, вот это. Джека, наверное, все-таки. Да. Над большим камнем. В лощине. Большой камень. Очень странно. Опа. Так. Как будто вот немного поодаль даже. И вверху. Что это? А тут ни хера нет. Просто лежит покойник и все. Стоп. Да тихо там, ёпт. Через зрение тоже не бьется ничего. Но карта указывает вроде как сюда. Подождите-ка. На город и хер... Может быть сверху? Подождите-ка. Это что происходит? Кто там? А,
взрывная, ёпта! Бам, блядь! Да-да-да. Атя-тя. Слава богу, что вы оказались рядом, мистер. Удачи. Шкура пумы. Так, а как же нам подняться на гору? Сейчас я догадаюсь. Самый реальный подъем это вот здесь, но сюда не залезть. Лошадка, я боюсь, ноги там поломает вообще в глухомань. Иди, иди, иди ко мне, моя хорошая. Спасибо. Грузить. Эть. Нет, сюда он не залезет. Бля, лошадка, не надо. Ай, ну давай. О, шо полный привод делает. Так, все, стой, 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 стой. Тормози, моя хорошая, мы сейчас реально разобьемся, отсюда упадем. Очень внимательно смотрим. Опа. Опа. А вон и эта штука. Нет, это цветочек. Ой, бля. Сорян. Извините. Эти. Курим валерьяна. Кто-то здесь что-то выращивал. Здесь вот эта отвесная скала. Вот она, ребят. Бля, не разбиться бы. Открываем карту. Так. Это не на скале. Видишь, как показано, как бы сбоку такой заход. Понимаешь? Как бы сбоку какой-то спуск есть. От деревьев сбоку спуск. Причем он с... Но это в один конец дорога. Бля, не верю, что туда надо. Оттуда просто мы потом мы не выберемся оттуда. Спуск. Стоп. Бля, ребят, мы сейчас разобьемся с вами. Очень опасно, мне кажется. Опасно. Нет, крюк нельзя привязать, спуститься. Ну, по крайней мере. Не то. Нет. Не то. Не то, не то, не то. Где-то на выступе что-то лежит. Вот очень похоже. Опа. Тихо. Спуск. Вот оно добро. Или нет. Ага. 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 Ага.
Давай попробуем допрыгнуть. Но это... Я думаю, что может грустно закончиться. Поехали, ёпта. Твой, цепляйся. Так. Кто-нибудь снизу смотрит, думает, вот дебил, а. Туда прыгнуть. Ага. Ёпта, нихера ты спрятал, да ладно. Чел, ты... Да ты гонишь. Стоп. Это просто жемчужное ожерелье. Карта сокровищ. Первая часть карты указывает на узкий... Ага. Ага. Теперь у меня, блядь, самый главный вопрос. Назад как? Ага. Понимаю. А карту я не могу здесь открыть. И как открыть? Вот это прикол. Сережа, ты живой? Господи. Здесь на попе можно прокатиться, наверное. Ай, блядь! Ай, блядь, ты ебався. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Я так всегда спускаюсь. Все хорошо. Все нормально. Легчайше. Мама, я дома. Я всегда так спускаюсь, кстати. Так и было, все запланировано. Даже не хочу думать, как у меня сейчас лошадь сюда прискочит. Стой. Блять, стой, не надо. Тормози. Не прыгай. Жизнь, она прекрасна. Не надо. Ты ж моя хорошая. Бля, давай мы ее вот так вот лучше проведем. Ну его нафиг. Лошадка. Господи. Я очень надеюсь на то, что ножки твои целы останутся после этой замечательной прогулки. Шатка, я тебя очень прошу. Только давай вот без вот этого. Как мы любим. Если я эту лошадь угроблю, такую я больше, наверное, вряд ли найду. Сейф. 100%. Это было слишком... Просто это было слишком. Так, а вот теперь мне интересно самое важное, ребят.
Теперь мне интересно, знаете что? Что там по карте сокровищ? Опа. Это было жемчужное ожерелье. Это так, затравочка. Открываем вторую ее часть. Кратеры, гейзеры. Очень похоже на какие-то что-то типа гейзеров. Выгоревшие, заметьте, выгоревшие деревья, ветки пустые стоят. Но это не пепелище, это не какая-то деревня, это именно что-то вот связанное с... Вы поняли, короче, с чем? Нет, здесь пусто. То есть что-то типа болота, да, какого-то или еще что-то, но это не связанное с населенным пунктом. Окей, окей. Ну, если увидим, если увидим, то будем иметь в виду, что еще могу сказать. Так, а чтоб карася нам хорошего поймать, что для этого нужно? Слушайте, а может... Ой. Слушайте, а какая-то еда, чи не еда нужна? Ну, хотя мне до сюда добежать очень быстро. А что, давайте посмотрим, половим. Ребят, это же бабла, наверное, нормально приносит. Тихо, не ругайся. Не ругайся, моя хорошая. Давайте. У нас лошадка тем более быстрая. Это какая-то горная местность, но, судя по деревьям, я думаю, что это что-то типа, может быть, болото, может быть, просто... Мне просто странным показалось то, что деревья, знаешь, они как бы есть, но они стоят выгоревшие все. Как будто вот какой-то вулкан. Давайте попробуем карасика половить. И самое главное... Дерево какое-то странное стояло. И просто посмотрим, во-первых, выгодно ли это, прибыльно ли это ловить вообще карасей здесь. Все, я понял. Не быкуй. Смотри, какая красота. Обалдеть. Он каждый день избивал меня, у меня не было выхода. Знаешь, что делают тюрячки? Ой, какая здесь красота, ты посмотрели, а? Лошадка, ну все, ну ладно, устала, ну что ты, ну все. Быкует. Ля, какая тут красотища, мать моя женщина. Ну что, попробуем карася здесь поймать? Почему бы и нет? Давайте покормим. У нас лошадка с характером все-таки. Давайте вкусняшки ей дадим. Все, захавала. Почистим. Она у нас очень любит, когда за ней ухаживают. Вы, кстати, придумали? Напишите, ребят, в комментариях к этому стриму, как назовем лошадь, кстати. Забыл совсем сказать. Ёп. Это что, змея, что ли, по воде такая елозит? Бля, осетрина, пацаны. Нихера себе, осетрина. Мать моя женщина. Вот. Вот это я нормально сюда зашел. Я, правда, по наживке не шарю. Так, и что делать? Смотри, наживка. На крючке нет наживки. Так, у меня есть хлебушек. Привлекает мелкую рыбу, как красноперую щуку и окунь. У меня есть кукуруза, привлекает мелкую рыбу. Это
Ну и что делать? Давайте что. Давай на хлеб закинем. А вдруг клюнет? А где ж мне на крупную-то рыбу? Тьфу, бля, здесь кто-то умер. А черт его знает, я ни разу не видел, где продают на рыбу этот. Блин, на ключок. Сейчас пойдет, смотри, смотри. Ох, ёпта, испугал. Ой, хорошо зашла вот эта вот. Тебя клюет? О, о! Окунь, пошел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блять, наверное, такого кита можно поймать. Тяну, тяну, тяну кого-то. Сейчас смотри, кита. Так, кукуруза пошла. На кукурузу сейчас точно клюнет. Шло добро. Ой, хорошо. Кукурузу не берет. На кукурузу, братва, вообще вайлверды. На кукурузу не пошло. Подожди, а вот там вот не домик рыбака? Ну-ка, тормози. Погоди, 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 погоди. Слушай-ка. Нет, нам надо найти наживку. Слушай, это можно таким... Извините, пожалуйста. Ну, ладно. Мы люди не горды. Говорится, пригодится. Чё за мужик, подожди. Слышь? Ну, ему уже не понадобится. Ёпта! Я думал, ты мёртв. Чего? Что это такое? Приветствую, Алексей. Письмо для Бонни. От Клайда? Это на болото. Но сначала на этом озере возьми заказ на легендарную рыбалку. Удачного стрима, спасибо. Здорово. О, у меня здесь все есть. Патрон на дробовик, вот это мы одобряем. Я даже в Ведьмаке 3К часов потратил, все изучая. Да нет, у меня здесь все остальное, в принципе, имеется. Такое мне надо.
Короче, нужно найти какую-то Бонни. Опа. А ну-ка, сюда-ка. Лошадку надо чем-то кормить. Правильно? Правильно. У меня, кстати, лошадка неплохо этих лопухи хавает. Блин, не вот это ли рыбак? Я вижу домик. Может быть. О, кстати. Слушайте, рыбак, ребят, рыбак. Братцы, рыбак. Тихо, тихо, тихо. Ну что ты ругаешься? А вот и рыбак. Какое совпадение. Только здесь не накосипорить. Мужик. Мужик. Can I get 5 minutes without a fan badgering me? Эй. Эй, привет. На. Hello, chum. Привет, приятель. Chum? Приятель, хочешь автограф? Или фотографию? Чё? Люди частенько теряются, но не нужно так нервничать. Я простой человек, который так уж вышло. Очень знаменит. Ты кто, блядь? Ты кто? Джереми Гилл. Кто? Знаменитый рыбак. Я написал много книг, про меня постоянно пишут в газетах. Вот статья из газеты. Несколько лет назад, а вот и моя книга. Good for you. You really don't know who I am? Ты правда не знаешь, кто я? Oh, well. Nice to meet you. You too. Приятно познакомиться. Sure you don't want a photo? Ты точно не хочешь фотографию? Не сейчас. You know, знаешь, мать частенько предлагает мне своих дочерей. Чё? В жены. But I say no. Но я отказываюсь. I'm married to the я женат на рыбе. So you're famous for fishing? Ты известный рыболов? И что, это прибыльное дело? В общем, да. В основном я занимаюсь тем, что рассылаю поклонникам чучело рыб. Давай покажу. Идем со мной. Если возьмешь 3, можешь с тобой сфотографироваться. Чел говорит, мне нужны твои фотографии. Людям это нравится. Я еще больше рыб продавал. Становится легче жить, если они знают. Ух, нихера себе, ёпта. В одиночку я не могу типа все это делать. А ведь это приносит очень хорошие деньги. Я немного умею рыбачить, серьезно? Но раз так, присылай мне рыбу. Только тухлую, конечно, не надо. Нравится этот окунь? Я продал за $50, я тебе отдал. My card and a map. Well, maybe I shall. Чучело рыб, ну хотя может быть. Не менее 24 дюймов в длину и 10 фунтов по весу. Никто не поверит, что Джереми Гилл поймал мелкую рыбешку. На ней не заработаешь. Я понимаю. Легендарных рыб на карте. 13, Карл. Чел, а на что их ловить? Лагрости с помощью этих приманок, лечь помять. Блять, приманки, а где наживку-то купить? Ну что, мне через все озеро скакать? Ну вы серьезно? Да как так-то? Ай, ну давай носорог попробуем здесь закинуть. Носорог я здесь не пробую. Какое-то обозначение, да, должно быть. О!
понимаю. Твою мать, змея там все распугивает. Сюда. Лё, ты кто? Домой к папе. Я этих карандашей долго нет ловить буду. А, 700 грамм. 700 грамм это уже что-то. Блин, надо где-то искать, ребята, этот... Надо где-то магазин искать со снастями. Люди пишут в чатик, и там крючок будет на карте нарисован. Братцы, да где же мне его найти-то, елки-палки. Ну чё, по берегу просто пройтись? По берегу прогуляться? Нужна наживка, а то у меня только на мелкую рыбу. Чё-чё-чё? Да нет, в Ларгосе магазин, это чтобы прикармливать крупную рыбу. А, магаз в городе продается? Так поскакали. Чё такого-то? Знать бы где, ну, наверное, в обычном магазине. Универсальный магазин можно приобрести широкий предмет, еды, напитки, лекарств. Поскакали? Слушайте, вообще. Подождите-ка, пока мы далеко не ушли. Подождите-ка. Чуть-то я давненько не это. Да не, я хотел не легендарную, я хотел этот, как он называется. Мясо птички вот можно приготовить. Ну а чё, чтоб не пропадало, давайте, почему бы и нет, заодно поедим. Какая романтика, да? Сразу съедим. А это уберем. А, по сюжетке, да, откроется, ну ладно. Так, кармашек. Давайте теперь щукаря приготовим. Рассыпчатая рыба. Ой, она еще и с этим готовится. Со всякими штуками. Тимьяна нет, а вот душица у меня есть. Погнали. Жрать захотелось, не говори. Я думаю, всегда пригодится. Получается стейк, да? Филе. Так. Крутая игра заходит очень, блин, она дико атмосферная. Но мы свышли, видишь, надо наживку хорошую купить. Наживку, если купим... то можно будет, короче, ну, прям вообще нормально. Нифига себе дичь. Все хп регенит просто. Вот под пельмени поставил. Ребят, не дразните, я же в студии, у меня похавать нечего. Так. Крупная дичь есть даже. Крупной пока не буду, а вот... Филешечку приготовлю. Да? Кто, кстати, пошел холодильник лутать? Плюсаните. Да, пельмешей бы сейчас таких каких-нибудь вкусных, домашних. Эх. Саня, Тихон, спасибо огромное.
Эх, пельмени нет, зато есть пицца. Ну да, ну да. Спасибо. Можем тебе пиццу заказать, да конечно. Вас не дождешься. Манта лучше, блин, ну да, домашние какие-нибудь. Или еще, знаете, этот, еще можно, как его? А, сейчас скажу, сейчас, этот. Как он называется-то? А, эти вареники. Со сметаной, со спецком. Спасибо, ребят. Не, ну по атмосфере, конечно, игруха очень лютая. Так, спим до утра. И погнали. Щемер. Категорически вас приветствую, Алексей. Вам, танкистам, привет, остальным соболезную. А, всем танкистам. Гелик коня назвать, кстати. Шелби. Кстати, можно Шелби назвать. А, актуально. Так, давайте, чтобы пожара не было, мы здесь костер потушим по-пионерски. Пророк, здорово, Лех, удачного стрима. Советую купить улучшенное седло и повнимательнее все изучать. Мужик, ну. Сейчас, подожди, ну что там? Открой панель всех меток, там будет найти значок крючка. Если не получится, на озере Ларгас есть рыбак. Ух ты моя хорошая. Спасибо, Алина. А где же мне такое озеро-то найти, мои хорошие? Я черт его знает. Озеро Ларгас. Ребята, оно у меня не открыто. Я его не вижу. Здесь реки, катал какой-то, лагун, Изабелла, это мы где коня брали. А я Ларгас, ребят, не вижу. Может быть, по квесту оно. Может быть, по квесту. Ну, поехали до дома, да? Слушайте, подождите, ну у нас вот здесь квест прям под пятой точкой. Давайте поезд грабанем, раз уж мы здесь рядышком, да? Да ладно, попадется, ребят, где-нибудь. Я запомнил, как называется. Вообще, по-хорошему, надо бы карту изучить. Я думаю, еще не... Помянем. Звуки слышите, да, какие? Спасибо. Сразу мне лестница в глаза бросилась. Стопудово что-то с лестницей забыл какой-то. Стоп. Было осмотреть. Может быть, топ падения руферов. Опа. А вовнутрь-то никак, да, нельзя? Тю. Так это ж моё. А чё это здесь и нет ничего? А у меня уже, ребятки, все и 22 доляра.
особо и нет ничего на самом деле. Жевательный табак, это у нас все есть. Уж неплохо. Погнали поезд бахать. По идее можно баблом очень неплохо разжиться. Или нас просто убьют. Тут два варианта. Я орешки. Я просто ничего больше. Стреляет. Че, чувак? Про, все нормально? Well, at least it ain't your job. Shut up, Arthur. Yeah, your job starting the fights. You ain't winning them. Драться я умею, но в работе по хозяйству пытается попасть. You care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot. That's all. Обязательно же мы, короче, его никуда типа не зовем. Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. Я по основному сюжету похожу и потом поизучаю мир. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please. Yeah? Grow up. Тебе пора повзрослеть. Возьми меня с собой на этот налет. Не делай вид, как будто не понимаешь, о чем я. Ты он, вы короче, готовитесь напасть. Меня никуда не берете. Марстон тебе рассказал, это не ярмарка, мне нужны хладнокровные парни. Если возьму тебя, то могу с таким же успехом захватить еще и Мику. Если справишь меня... Скажи мне, Артур, чем я тебе не угодил? Хотя не говорил... Типа не говоришь, что не знаю. Ты видишь во мне угрозу? Да, мой юношеский задор, он тебя пугает. Смена поколений, угасание света и пережиток прошлого, старик. Да-да. Ты тогда кто? А я будущее во всей красе. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Илья, спасибо за подписку. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming. Ты что тут делаешь? Я иду с вами. I said you weren't coming. Я же тебе сказал, что не идешь. Артур сказал по-другому. Come on, let's go. Me and the big cheeses. Я и крутые ребята, наконец-то. Some bastard's throat. You sure about this? No. Уверен насчет этого? Нет. Are we ready? Мы готовы? Yeah. Train's due through tonight. All right then. Да, поезд приедет сегодня вечером. Charles? Значит, все в силе, Чарльз. Я готов. Gentlemen. Джентльмены. Let's go earn some money. Давайте заработаем немного бабла. Hey, all the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman. Crack those reins. А чё, у меня лошадка за мной? Я даже свистнуть ей не могу. Алло. Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, понял. But should still give them enough time to spot the oil wagon. Бля, я свистнуть лошади не могу. They see this block in the tracks. They'll stop soon enough. Штака положена. Apparently, picks up new... Так далеко ли нам? Не так уж и далеко. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a break. Гос Шейф, спасибо огромное. С Бафарель куда спеченную с лимоном. Ой, да уж.
Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. Вот такие они, у них разговоры, типа друг друга подкалывают. Заряжают энергией. Plus, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two. Он говорит, вы все старые, этот Шон говорит. Молодой. Меня говорит, я молодой, у меня бьется сердце, а вы старые, типа дерьмо, которое уже ни на что не способно. And look at me now, in the gunner sea, back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, please. О, шутки про батю. Fine. Damn you three. Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. Пошли бы, говорит, все нахер, трое. So, we block the tracks with the wagon, then jump them. That's the plan. Поставим поперек дороги фургон. Charles, you deal with the engineer. Чарльз, разберешь Джон, твоя задача быстро захватить пассажирский вагон, собрать пожертвований. А, ну это как просто налет, да? Что-то здесь сейчас будет, не пройдет это все гладко. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. We handle this right. Nobody needs to die here. Короче, надо обойти без жертв. Смысл просто сорвать бабла. Не забывайте, типа, то, что это простые люди. Mr. Marsh, Mr. Smith, Mr. McGuire. Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. I'll do or die with you. I like it. Get moving. Нихера ты эпичный, ёпта. Here she comes. Маску он сам одевает, она автоматом. Я бы на месте машиниста бы просто бы охерел. И теперь по Шурику. Что тут происходит? Все хорошо, ребята. Пошло добро. Тук-тук! Бонжорно, ёпта! Сохраняем все спокойствие. Тупо гоп-стоп просто этих буржуев. Какой-то Робин Гуд получается. У меня ничего нет. Может быть, все-таки что-то есть? Браток. Отдай ему все. $163, ёпты, гопнули поезд, не шутя. А таких, как вы, меня тошнит. Чё? Ты давай это... $180, хорошо. Идет процесс. Ищи багажный вагон. 190, хорошо. Слышь? Смешной. 250, хорошо. Ты от меня ничего, ни цента не получишь. Да? Окей, Валера, настало твое время. О, шляпа моя новая. 285 бачей, хорошо. Смотри мне, ёпт. Что за затуп там? Ты в порядке? Я нашел багажный вагон. Я до сих пор в него не заглянул. There's probably something in here, Arthur.
behind you. Oh, for fuck's sake! Sorry. Get up, you little Irish shit. Get up. Слышь, дружок. This time I'll look and you provide the cover. I'll try my best, brother, but I'm seeing double here. That gives you twice the chance of hitting someone. Пошло добро. Давай, 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 шманаем, шманаем, шманаем. These folks are rich, all right. Платиновая серьга, вот бабки, бабки лежат. Еще 13 бачей, слабо. Слабо. Блин, я здесь больше ничего не могу, ребят, грабить. Хочу вот эту коробку посмотреть, но здесь, по-моему, все эти лежат. Хорош. Come on, we should get out of here. We'll take that. Поближе. We should probably be going now. Сейчас, 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 братишка, ёпта, сундук-то я должен осмотреть. $300, ну неплохо, неплохо гопнули. Да ну ёп... Игра! Не дури. Да ну блядь, ты. И все. Игра! Arthur, we got a problem. There's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. All right, in that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? Слезай с поезда, вы слышите? You men come out now. Блять, законники. А столько двое недоумки. Забаговался, ничего страшного. There's a few more than torn enough. Big mouth. Okay, let's deal with them. Last chance. There they are. Shit. We got more on the left. Ah! Got more coming from the trees there. 4 из 4, вашу мать. Пацаны бахнули поезд. Понимаю, блядь. По коням валим. Твою мать. Так, они сверху идут вниз. Пошел, 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 пацаны. Валим нахер отсюда. Парни, просто по тапкам. Прикрыли лавочку, не говори. Ну-ка, пойдем на ХГ. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Просто валим. Ёпта, они за нами, что ли, валят? Слышь, они за нами бегут. Просто по тапкам, пока не нас... Какая-то полоска не прошла. Все, изи. Ну, 300 бачей тоже неплохо. Я понимаю, почему тебя называют профессионалом. По крайней мере, мы взяли немного денег. Нам нужен большой куш, который хватит, чтобы убраться отсюда.
Это была подстава. Законники появились слишком близко. Быстро. Не думаю, я начинаю нервничать. Думаешь, они шли к нам с Блэквотера? Может быть, у нас крыса какая-то в лагере? We should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Да не, слышь, хорош. Наши 100 с лишним бачей, почти 200 бачей подняли. Просто на ровном месте. Бля. Но мне надо отдать награду. Кому это вообще нужно? Раду какую-то кому-то отдавать. С ума сошли, что ли? А, стоп. Подожди, $50 это вот на этой территории. То есть здесь-то меня не ищут. Правильно, мы ж чудили в другом месте. Кстати, давайте вообще эту зону откроем. Дома стоят. Раз уж мы здесь находимся, почему бы и нет. В принципе, $50 можно отдать, чтобы вообще спокойно перемещаться, чтобы типа народ не триггерился. Кстати, что, отдадим? Давай отдадим, чтобы вообще просто прям не париться. Oh my, you are a bad person. Просто вот так вот делаем и все. Чтоб, да, пусть у нас то крыло будет как бы то, что мы типа прям там в жестком розыске, а здесь типа, ну, чё, не знаю. Ну да, 300 бачей, как бы, ну, такое себе выплачивать, а вот это почему бы и нет. Так, сохраняем. Есть контакт. Так, если есть станция, скорее всего... А, ну вот он, собственно, самый город. Угу. Это вообще просто кайф, почему? Потому что... По идее, в магазине можно купить и наживки, и все остальное. То есть не надо скакать к черту на куличики. Банк? Так. Хм. Банк, говоришь? Мне бы подождать, когда все откроются. Это было бы здорово. Мне кажется, я знаю, кого мы хлопнем скоро. Слушайте, ну здесь даже поспать типа негде. Если в том городе я видел, где поспать. Ребятки, здесь все закрыто. Хотя, может быть, я просто не... мало прошел. Подождите, давайте прогуляемся. Неужели здесь ночлежки нет? Да ну нафиг. Не верю я в это. Птиц продать. Да вот я и хотел, но видишь, надо утро дождаться. Вообще обычные дома. Во! Нашел! Все, нашел, где можно зачилить. Подождите, но это бар. Это не то.
Это типа бар. А, все, они открылись. Утро, ёптить. Так, ну нам нужен магаз. Типа обычный, вот он магазин. Все, все, все. Нашел. Так, сейчас очень внимательно посмотрим за наживкой. Очень интересно, есть ли здесь. Если есть, то можно, в принципе, пойти порыбачить и попробовать выудить что-то очень крутое. Good morning, ёпта. Store's pretty self-explanatory. Feel free to browse goods and sundries on the shelves. There's a full range in the catalog. Так, поехали, посмотрим. Итак, во-первых, меня интересует, что я могу продать. Я немного не с того начал. Well, that was fun. Во-первых, давайте посмотрим. Поехали. Этим не пользуюсь. Это надо. Блокиратор запаха нужно, это нужно, это нужно. Нужно. Вот джина у нас перебор. Можно, в принципе, алкашку всю на самом деле продать. Ну, типа... Почему? Потому что ее очень много, и мы постоянно она у нас пропадает. Оружейное масло, кстати, надо почиститься. Так, сигары. Постоянно их находим, не можем подобрать. И мне нужны сумки. На самом деле, ребят, мне нужны сумки. А кукурузку скинем, слишком много ее. Вот персики можно просто вот так вот. Один оставим. Консервированная солонина, нет, это хорошая вещь. Потроха продажа. Персики, нет, все-таки их много очень всего. Слишком много всего в рюкзаке. Это для лошадки. Это мы все с вами видели. Кофе. Ну и все. Так, а вот теперь самое интересное. Не то. Каталог. А давайте-ка теперь посмотрим, сколько, во-первых, это стоит. Ёпту, отдельный раздел охота и рыбалка. Специально для этих. Ну, вы поняли. Ну, которые, в смысле, эти. Ну. Сколько стрелы? Here. А, они стоят вообще понты. Они стоят там буквально... Короче, там $3 надо вообще за все. Что такое... Так, нейтрализатор запаха, приманка есть у нас. Дальше листаем. Looks like you sleep outside a lot. Am I right? О, черт его знает. Привлекает озерную рыбу большого и среднего размера. Person, huh? Дальше уже все для лошадки пошло. Так, почему-то сверчки для меня закрыты. Почему-то, блядь, висит замок. Сверчки закрыты. А почему? Среднего размера речную рыбу. Почему-то он мне не дает ее купить. Хорошо. То есть за 45... центов за $0.5 мы покупаем 5 живых червей банку. Может быть, реально у меня левел маленький. Озерную рыбу среднего размера, блять, озерную. Потому
Подождите, а слева от нас это разве вообще озеро? Outdoor person, huh? А черт его знает. Вот слева от нас это озеро или нет? Тут просто все для озерной рыбы. Понимаешь? Вот в чем фишка. That's popular. С другой стороны, у нас 415 долларов. Типа, ну давайте. All good. All of it. Максимальное количество. Я их что, так помалу брать могу? Стоп, озерное. Looks like you sleep outside. Это вообще приманка. Right? Это просто приманка. Outdoor person, huh? Стоп. Нам нужна была приманка, чтобы поймать легендарную рыбу. А это речную рыбу, понимаешь, именно? Давайте вот этого докупим. Ага. Докупили, проверяй. Так, хорошо. Все, блядь, не так просто. Anything else? Ну, чтоб мне, допустим, легендарного какого-нибудь карася выловить, мне что, нужна приманка, получается? Собака тебя сейчас раздавит. Так, рядом скупщик. Ах ты мой хороший. Вот ты-то мне и нужен, родной. Ой, здесь местечко вообще козырное просто. Здесь вообще все есть. И барыги тут, и все тут. Чего? Чего, отец? Вы чё, парни? He carried that awful war with him, rustling horses with a misguided gang of killers. Tell us straight, father. Sir, we're in a moment of grief. Я думал, квест какой-то. Казалось, наверное. Говорит, простите, сэр, мы скорбим. Сорян, мужики, чё тогда, я думал. Помощь какая нужна. О! Цыганский табор кочует, то здесь, то там ночует. Сука, коня украдете, я вам, блядь, сожгу всю эту палатку, понял, нет? Тебя касается тоже, дурак неумный. Конь, если что, кричи. Понял, блядь. Доброе утро, ёпта. Welcome, mister. First time to my shop. If you need bait, I got it. Weapons, I got it. Deeds, I got it. Пошло добро. You just better have the right price for me. Got it? Поехали. Sure? Let me see. Пряжка, карточки, я пока не знаю для чего, пока оставлю. Платиновые серьги вообще ни хрена ничего не стоят. Damn, you really wanna get rid of this? Вот часы очень хорошо стоят. Жемчужное украшение, $4. No questions asked. Золотые часы неплохо стоят. Не особо и нет ничего. Я маленечко кофе продам. Слушайте, у меня и продавать-то особо нечего. Алексей, для легендарных рыб нужна особая речная, озерная и болотная приманки. Вообще, все. Подожди, братан, а что у тебя есть? В деревне Ларгот. You like something that ends with a bang? Слушай, бро. Do a lot of damage. Я тут так подумал. Есть у меня одна идея, как рыбу можно ловить.
что-то подумал, что-то какие-то прикормки, притравки, затравки. Где лошадь? Ну-ка, поскакали-ка. Там у меня 8 шашек есть прекрасных. Вообще великолепных. Я не знаю, вот это озеро или нет. Вот хер его знает. По идее озеро. По идее. Но здесь еще вниз-то, посмотри сколько. Вроде как озеро. Реки это вот. Вот это по идее должно быть озеро. Кстати, стоп. Я там случаем... Бля, не сюда. Я там случаем мамульку не могу никакую изготовить. Я что-то так... Second mind about something? Oh, you need something exclusive, huh? Не, у меня пока особо, ребят, нет ничего. Поохотимся и будет. Сейчас пока... Пока что рано. Ну что, щемиться на это озеро? Что думаете? Потому что здесь это река. На озеро щеманемся, половим? Или куда лучше? Могу вот на вот эти вот маленькие, но здесь какие-то вообще болота непонятные. Я думаю, вот сюда вот на озерцо, если прискакать, вообще прям идеально будет. Погнали, чё? Блядские цыгане, я так и знал! Твою мать, разлеглись тебя... В каловых массах, в рыготине, я из-за вас. Чё, у вас не получится? А чё он лежит на дороге? Справа от деревни озеро. Здесь река вроде. Да нет, вот она прям, река идет. Я хотел на рыбалке немножко бабла поднять. Давай попробуем. Посмотрим, как это выглядит. Ну не выеживайся, ладно. Поскакала немножко, ну все, прекрати. Ну все, 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 все. Ну че ты? Блять, характерная. Нате. Давай, корень лопуха и все, и завтра в школу не пойдем. Я тебе еще нарву. Пухи любит, а? Как раз, кстати, погодочка такая. А что это здесь, я не знаю. Здесь рыбное вообще место, че нет? Караси плавают? Что-то я и не вижу здесь карасиков, ребят. Не, карасей не видно. Мне кажется, надо туда, на открытую воду идти. Здесь плавают он какие-то эти. Давай попробуем. Один раз заброшу. Так. Ну чё, на червячка? Почему, блядь, 4 из 5? This could work.
Червяк. Что черви подходят для разжиженной форели, которая живет в крупных реках? Ай, ну давай. Не бачу. Опа! Пошло! Пошло, пошло, пошло! Ля-ля-ля-ля! Кит, кит, кит! Ля, блядь, ты кто? Чудовище! Ёпта, а чё так тяжело идёт-то? Чуй, кит! Ля-ля-ля-ля-ля! Быкует! Блять. Yep. Yep. Так кто ж там такая-то, я не пойму. Тут это реально кита, что ли, ловим? Я тебя, блять, все равно выловлю. Сейчас в воду по яйца зайду. Все равно тебя вытащу, падла. Ладно. How's about this bait, I wonder? Ай, ну давай. Сейчас победная будет. Ёб твою мать, вы зашли слишком глубоко. Да что ж такое, а? Сачок нужно, я сейчас, блядь, реально динамит кину. Okay. Вместе с удочкой утянут. Блядь, они могут. Опа! Опа! Клюнуло! Все! Все, пошло добро. У, сука. Ну че, блядь? Иди сюда. Ля-ля-ля-ля-ля, кит-кит-кит опять пошел. Ля, блядь. Хадость, а. Блядь. Да кто ж там такой-то, а? Easy does it. Easy. Да это просто охереть можно. Блять, на кого пришли-то? Я окушка хотел выловить. Сука, кит. Ты, блядь, реально, ты кто это? Охренеть, здесь реально реальная рыбалка. Блять, ты посмотри, посмотри, что делает. Ля, падла. Иди сюда, к папе. Пожилая форель. Чую. Ля, 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 блядь. Look at you. 2,27 кило. Радужная форель. Очень любят рыбаки за отличный вкус. В качестве наживки обычно используют червей. Ёпта, оставить, конечно. Сюда. О. Там для дебилов причал есть. Ой, бля. Господи. Нормально, 2,27 кило, это уже можно тому будет впаривать.
Здорово, отец. Мистер? Лошадка на звездный час. I need your money, tough guy. Don't try nothing dumb. I'll be back for you later. Мистер Шутник. Ёб твою мать, кто там? Да, пацаны, лодка бесхозная. Первый раз такое вижу. Так, у нас тут, по-моему... Лодка, по-моему, на одно место, да, если я не ошибаюсь? Как его выкинуть-то? Слышь? К ебаной матери. Как вы думаете, динамит в реке взорвется или нет? Надо паром какой-нибудь. Угу. Ну ты утони еще, ёпта. Что ты хотел, поесть? Ну-ка. А под дичь будешь? Под дичь буду.
Эх, это я понимаю. Романтика. Окей. Херат там кинул. А чё, карасик выйдет погулять? Сейчас бы еще бы одну форелечку. Ну да. Смотри, что творит. Ну куда пошел-то? И сюда, ёпта. Good to meet you. Сколько там было? 2,7? You're coming with me. Шляпа. Ну, хотя по 2 килограмма тоже неплохие такие особи. Два 27 дабл. Быкует. Это обрезать леску даже есть такая тема. Чтоб я до 2 кило рыбы. Там карасик маленький какой-то. Меньше 2 кило, мне кажется. Падла, сопротивляется как большой. Маленькая пала. Сколько чат? 2,27? Еще один. Это они порционные, что ли? Some bait on there. Maybe. Какие читы пошли.
Блять, ты кто? Твою мать, ты кто такой? Что прям вот это вот брыкается вообще конкретно. По-моему, тоже форель, но что-то... Нет, тоже, по-моему, где-то на двушничек. А вообще порционные прям. Стабильняк. Я думаю, давайте, наверное, доловим, да? А, последний, да, у нас остался заброс. Да ёпта, какой хлеб? На хлеб вон можно. Here we go. Ну что там, караси будут? Нет. Ну кто тут? Кстати, по идее, выгоднее, наверное, даже вот таких вот ловить. Они очень быстро ловятся. Вы не думали на эту тему? Ну, типа, вот вообще, прикинь. Берешь хлеб. Просто вот взял. Мне кажется, здесь даже еще лучше. Она, понимаете, она в разы быстрее здесь ловится. Окушок, что ли? О, каменный окунь. Он на 400 грамм всего, но... Ну ладно, не будем сильно долго залипать. Так, все, у нас закончилось этот. Черви закончились. Все, да? Ну ладно. Все, сворачиваем лавочку. Погнали. Блин, интересно. Ну ладно. Все, ты покакал. Ну, хорошо. Так, погнали дальше по квесту. Мы немножко здесь подоткрыли местность. По квесту нам пилить. Джон сказал вам, что он хотел кое-что провернуть в Валентайне. Stay here for now, girl. Взорвется. Ёб твою мать, Сережа. Погоди.
Ёпта, сейчас пойдут 300 IQ мувы. А где мы видели этого? А где мы этого видели? Okay, girl. Наживки какие-то, блядь. Кого-то там выуживать. Я за бандита играю. Чего? Кого? Что, блядь? Что-то какие звуки у вас скриповые в лесу вашем. Еще одни конкурирующие барыги. До вас тоже доберемся. Извини, пожалуйста. Кролика объехал. Браконьер, ну я за бандита играю так-то. Не, половить можно будет. Легендарную мы в любом случае нам придется ловить рыбу. 100%. Я не верю, что ее динамитом типа можно на изи глухануть, ну типа такое. Тем более она полюбасу не у берега будет стоять, эта рыба. Легендарного кролика можно вылечить или можно? Бля, где-то тут такие киты плавали. Ничего, ничего, ничего. Let's go, girl. Мы люди, ёпта, не горды. Подождем. До утра. Хм. Ну куда плюешь-то, дурной? Мне вот сейчас, знаете, что интересно? А, сочное филе. Вот так вот. Ну, рассыпчатую мы приготовим по-простому. А вот на сочное филе я, когда трав наберу, я приготовлю. Бля, ну может испортиться рыба. Может испортиться. Или она здесь не портится, когда в этом лежит. Извините. Я думаю, если здесь такой реализм, то изи вообще может рыбка испортиться тоже. Поэтому, может быть, реально ее лучше приготовить. Будь спасибо. Ладно. Будь здоров, да, спасибо, не болейте тоже. Спасибо, ребят, почти 5000 лайков уже поставили, красавчики. Давайте до утра защемим. И с утречка. Сейчас, бля, найти бы мне этого осетра, который плавал. Прямо он у берега стоял. Ну как обычно, ёпта. Come on, girl. Mm-hmm. Mm-hmm.
Где-то прямо у берега он был. Easy now. Блять, нашел, пацаны. Бля, буду нашел. Нихера себе, реально осётр, Карл, осётр. Вот это деду надо. Чё, погнали к этому? Да, наверное, продавать. Правильно? К нему, наверное, надо ехать продавать. Он говорит, я скуплю у тебя всю рыбу. Я не против. Нормально. Шашка динамита доллар стоит. Это наш размер. Это я, бля, понимаю. Эй! There we go. Слышь? Нихера себе, карасик. Что такое приготовить? Давай приготовим. Сохранить, конечно. К нему так легендарку? А чё, я карася прослал? Просрал? Блять. А чё за телепорт был? Бля, да ладно. Ну и ладно. Надо костер просто потушить. То он телепортирует сюда. Я, ребят, мастер по осетрам. Он тем более плохой был. С одной звездочкой всего. Сейчас папа найдет. Плывет родной. Бамбль. Неудобно так вышло. Подожди. Если он плавает прямо у берега. Ну-ка, погоди-ка. Так. Ну-ка, эксперименты. Ну и нахера мне удочка? Вы видели, как я в предыдущей серии с лука стрелял? Вот, скажите, зачем она мне? У меня теперь вопрос, куда этого осетра теперь... Кому впарить? Вот это реально вопрос. Что-то я так чувствую, мне так прокнуло не слабо. Копьем ловить. Да где мне копье-то выстрелить? Куда осетра продавать? Бля, ну мяснику, ну вы хотите сказать, это мне надо опять в город
Ой, серьезно? Это тут тогда целый дилижанс надо. Так, ну одно сетровое место я нашел. Чё, бля? Just minding my own business. How about I send some lead your way? I hope you're planning on passing through here without. Мой лагерь. Чтоб не узнали, кто это. Ты, брат, просто немного с бандитом связался. Тю. Другое дело. Чё тут у тебя? Есть что похавать, нет? О! Пацы. Ствол, да он не нужен. Let's go, girl. Бля. С сетринкой, okay. Я чувствую, мне только в одном месте так повезло. Кстати, а что вот это такое растет? Не, брат, столько там рыбное место. Есть здесь карасики-то? Это дикие лошадки. Вижу. Опа. Ой, тварь, а! Ля ты, блядь, крыса, ёб твою мать! Ой, тварь! Ну и куда ты мою форельку утараканил? Поели рыбку, блядь. Спасибо за счастливое детство. Поели форельку. Копье я, кстати, не знаю, ни разу мне нигде не попадалось. Он не копье, а гарпун правильно называется. Твою мать. В одном месте рыбку нашел, а? Пожалуйста. Что это за город такой? Ну-ну. Город, в который мне точно не надо. А то там 300 баксов за мою голову. И не только. Easy, whoa.
Да, ёпта. Если было бы все так просто в этой игре. Ты еще попробуй, блядь, с лука попади. Это тебе не в этого, в осетра долбить. Стоячего можно. Кролик, не ссы, своих не трогаем. Пацаны, подождите-ка. Слушайте, но... Ни о чем он. Да, мир, спасибо. Дядь Эльшан, спасибо тебе за то, что ты делаешь, и твое творчество в целом. Поднимаешь настроение, и да и вообще вечер скрасить получается отлично. Бля. Добра тебе и здоровья, и твоей семье. Заебали, блять. Ну не хотят по-хорошему, но хочется и поохотиться, и порыбачить. Ты что ж такое, а? Ну, нет, так нет. Мне перья нужны на стрелы, я что сделаю? Блин, чувствую, здесь в охоту-рыбалку можно залипнуть вообще просто конкретно. Хрен с ним, ладно, она мне не так нужна, эта птица. Там уже, наверное, у меня протухла. Так, ладно, пойдемте по квестам. По квестам. Думаю, что-то здесь залипли конкретно. Так, мне надо в город. Параллельно с этим... Да, я так думаю, вот сюда вот прям едем. Как раз вот к мяснику заглянем. Рыбку скинем. И возьмем квест. Правильно? Я же правильно мыслю. Так. Кстати, по идее, интересно, я в Соляново могу поезд ограбить? Но у меня, наверное, будет очень мало времени, чтобы его грабануть. Интересно. New World? Мне надо время узнать, когда релиз у нее. Когда сервера открываются, мне нужно точное время New World. Когда у нее? Во сколько старт у нее, по идее, ночью должен быть он? По идее. Чего тебе? Ты чё? На лекарство, сам соси. На, родной. Медицин? О, спасибо, Иисус. Ты спасла мою жизнь. Я должен тебе. Это правильно. Спасли мне жизнь. I gotta get out of here. Лошадка грязная. Мне беленькая должна быть. В следующий раз, говорит, смотри под ноги. Задолбал уже на змей наступать. Ну да, что-то как-то странно. Он второй раз не попадается, и второй раз он... Смотри мне, родной.
Кстати, можно в лагерь заскочить. Давай осетринки нашему мяснику отдадим. Почему бы и нет? А чё, довольно по-братски будет. Давай осетра отдадим. Порадуем хоть, ну что ж мы. Ну осетра в лагерь отдадим. У нас все-таки дети и женщины. Саглы? Саглы. Morning, Arthur. Jack, you are a sad. Look at those clothes. You, huh? Так, пожертвовать. Это я отдам. Это кто? Окушка можно отдать. Нет, форель я оставлю. Форель тоже скинуть. Тушу грифа скинем. Говношкуру скинем. А давайте вот так сделаем. Какая-то сраная тоже шкура. Вот эту хорошую шкуру оставляем. Так, это оставили, это оставили. Форель оставили. Все. И параллельно с этим мы сейчас еще и лагерь покачаем. Сюда-ка. Так, погнали. Что мы тут еще не прокачали? Жилье, да? Бля, у нас только жилье осталось. Артуру нужна карта, чтобы помочь планировать поездки. Легко. В смысле New World уже доступно? Лучше остальной палаточный лагерь. Децл, у меня не хватает со следующего захода. Давай прям щеманем 18 часов, прям как следует задвинем. Что отсюда, что из переносных лагерей можете телепортироваться по городам. Да быть такого не может. Ты серьезно? Это гонево или что? А как, дядь, телепортироваться? Как ты себе это представляешь? Стоп, может быть. Спать, сесть, осмотреть кровать. Стоп, надо найти карту. У палатки Артура карта. Блять. Да ладно. Вот это просто вообще. Это настолько упростит сейчас вообще жизнь. Слушайте, надо везде лагеря открывать, все точки. Типа просто места, да, показывать, где он проезжает. Слушайте, ну это явно в разы быстрее, чем пешком. А что, можно так было? Ну да. Все, мы в Валентайне. Типа здорово. Блять, что у вас так грязно здесь?
Ни хрена, вы дом почти построили, да ладно. Так. Это все, конечно, здорово. Это все, конечно, здорово. Нахера мне Валентайн надо было? А. Так. Как домой? Через, наверное, пеший этот лагерь. Ну, вы поняли, через этот, через палаточный лагерь. Типа отдохнуть идти и также телепорт. Да ёб твою мать, да что с вами не так? Кто побазарить хочет? То есть в New World уже, да, можно зайти? Правильно я говорю? Уже, ну, когда можно уже начать играть? Там, наверное, блядь, очередь сейчас до утра, ёпта. Эй, Уоллес! Эй, Уоллес! Это добрый парень, о котором я тебе рассказывал. Тот самый, который дал тебе лекарство, когда тебя укусили. Слушай, приятель, я не знаю, как тебя отблагодарить, но... Вот что. Сходи в оружейную лавку и выбери себе что-нибудь. Пусть запишут. На мой счет. Always a doubter you are. I'm a man of this world, not the next one. Anyway. Ёпта, ладно. Шить за подарок судьбы просто. Один парень сказал, что я могу взять что-нибудь за его счет. То, что с прокушенной ногой. А, Норберт. Да, он умеет попадать в неприятности. Между нами это все, что он умеет. Что ж, товар перед вами, выберите что-нибудь, я запишу на его счет. Ты хорошо подумал? Я за язык никого не тянул. Так. Я хочу... Ёб твою мать, я почитать хотел. Я, наверное, сегодня реально устал. Хотя, стоп. Вармент, она, по-моему, тоже мне пригодится. Подождите. Винтовка идеально подходит для истребления опоссумов, сурков, скунсов, горностаев, белок, кроликов, воробьев. Это, короче, на всю мелкую вообще шляпу. Не-не-не-не-не, все нормально. Это мелкашка, да и хрен с ним. Ладно, ребят, не убудет, ничего страшного. Короче, это на всю прям мелкую-мелкую крыс, мышей. Вот все, что больше голуби, короче, все, что меньше голуби, нутрий, сусликов, ворон, короче, по всем птицам... Скунсы, короче, все маленькие зверьки. Мелкашка, да, просто, просто русским языком мелкашка. Так, но я не расстроен. Я не расстроен, потому что мы эту мелкашку сейчас до ума доведем, ребятушки. Мы эту мелкашечку доведем до ума. Так, дальности у нее, в принципе, хватает. Можно ее прям сделать, как говорится, белки в глаз. Т-34
Да ничего страшного, ладно, купил и купил. Ну, мискликнул я. Не буду перезагружаться. Ничего страшного. Можно, в принципе, с хорошей оптикой сделать мелкашку и... Хотя... Не, ну птицы, они очень пугливые, допустим. К ним хер просто так тоже подойдешь. Чё думаете? По идее, у этой должен быть... На эту надо оптику хорошую вешать. Я бы, наверное, в средний взял. Да. Я беру вот этот прицел. Ложе. Вообще не вижу даже смысла сюда бабло заряжать. Ну, дальность я бы, конечно, бы сделал. Да. Давайте один раз разоримся, но оно нам на руку потом сыграет. Я так думаю. Ложа, обтяжка. Не вижу вообще смысла этой ерундой заниматься. Типа обтяжка из кожи. Хотя, я думаю, мы много с ней будем юзать. Да ладно, хрен с ним, давайте. Чтоб посимпотнее смотрелось. Разоримся уж. Вот это вообще не вижу смысла. Это мне не надо. Так. Даже не буду заморачиваться. Это оружие, оно должно быть оружием. Боеприпасы. 56 из 100. X60 сразу. Доллар. Короче, мелкашечку мы с вами взяли. Вот я бы еще посмотрел бы двуствольный дробовик. Во-первых, мы его сейчас чистим. Вы сейчас вообще представляете, что можно сделать? Это сейчас можно... Подождите. Стоп. Стоп тратить бабки. Отбой. Отбой вообще по апгрейдам. Подождите. Если мы занялись дичью, да? Если уж мы заглянули в этот магазин. О, wait. You're that fellow who had to fight with Tommy outside of Smithfield's? Какая винтовка подходит на леней? Но это не карабин. Карабины это другое. Карабины это... Блять, хотя хер его знает. Хорошо, для чего магазин и карабин? Подождите, может быть просто первоклассное оружие при помощи этой первоклассной... Мощнее винтовки не найти. Из магазинного карабина вам будет намного проще убивать бобров, в особенности опоссумов. Хрень это. Карабин это не то. Надо брать винтовку для охоты. Всю жизнь, блядь, винтовкой охотились. Хорош вы, чё? Кинь нахер карабины. Вармент у меня есть.
Есть с дичайшим уроном винтовка, вот этот Спрингфилд. Блять, у нее урон просто какой-то колоссальный. Темп стрельбы мертвый. Как пищаль, короче. Урон просто бешеный. Дальность бешеная просто. Меткость тоже, мама, не горюй. Перезарядка, темп стрельбы, она не нужна. Это чисто на один выстрел. Давайте почитаем. Калибр 50. Рамочный прицел. Ты знаешь, у меня такое ощущение, это, блядь, прям снайперка полноценная. Про охоту ничего, видите, не нарисовано. Тут прям нарисованы порой, вот, как, типа, короче, типа для охоты. Угу. Болтовка. Бля, у болтовки меткость просто вообще разрывная. Да, почитаем. Ствол винтовки. Оружие для всей семьи. Блять, я ничего не вижу про охоту. Должно быть прям, знаете, типа идеально подходит. Типа для охоты. Понимаете? У меня реально такое ощущение, что вот этот Спрингфилд — это прям вообще универсальная винтовка. Мне кажется, если на нее накинуть этот... Бля, с другой стороны, а почему я не могу? Но у меня винтовки как таковой нет. У меня есть карабин. У меня есть дробан. Это показатели. Вот это, мать его, показатели. И стоит она, в принципе, но... Удовольствие от стрельбы издалека. Такую винтовку убирает человек, зрелый, умудренный опытом, который наслаждается стрельбой с большого расстояния. Сочетание низкой цены, большой убойной силы. Надо один раз на всю игру выбрать винтовку. Блять, ну сделать это очень сложно. Вот помповый дробовик. Тут вообще дедган, кстати, есть, если что. Просто так держу в курсе. Ты, мать, полуавтоматический дробовик. Экспресс-патроны винтовку обладает невероятной убойной силой. Скоростные патроны. Пробивной способностью наносит больше урона. Тю, блядь. Тогда мы хер что купим. Так, господа, выбор на самом деле невелик. Вот это нет. Я думаю, что все-таки Спрингфилд. Отличие вообще Спрингфилда от вот этой винтовки, у этой темп стрельбы и перезарядка. Честно, мне темп стрельбы, он мне не тарахтел. А...
Хз. Ладно. Я думаю, что давайте мы просто немножечко, да, выдержим паузу. Это будет правильнее. Okay. Почему? Потому что мелкашка у нас есть. Ну, нормально заряженная. В принципе, это, наверное, мне достаточно. Okay. Так, погнали по квесту. Я думаю, что еще по квесту будет, как с рыбалкой, всякие эти приблуды. Так что все окей. Так, давайте посмотрим, что здесь за квест. Он не здесь, а где-то вот с этой вот стороны. Опа. Меткость, да, по идее, огневая мощь, чтобы она сразу с копыт рубила любых. Итак, тебе лучше? Как твой шрам? А мне быстро заживает, везет. Ты просто бездельничал или есть какие-то зацепки? Кое-что есть. Видишь их? Well, you see yourself as a shepherd now. Ты хочешь стать погонщиком скота? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Куда мы направляемся? Collect something. Help us get some sheep. Достать кое-что, что нам поможет обзавестись овцами. Знаешь, вся эта таинственность подошла бы Датчу, но ты просто выглядишь глупо. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon. Типа забудь о деньгах тех. Рано или поздно это закончится петлей на шее. Датч вообще-то говорит, Датч много что говорит, типа, все это шляпа. Oh, yeah? What do you mean by that? Что ты хочешь сказать? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Когда-то его был любимым пони. Теперь типа, ну. But well. You was at that thing in Blackwater. Сам все видел в Blackwater. Спасибо, Лайф. New century's coming. Наступает новый век. Life, this way. Well, we're the last. А этот наш способ, чтобы жить, типа. Ничего не поделать. В моем случае, да? Окей. Так куда мы идем? Нам нужно кое-что взять. Да, блядь, кого же он взять-то хочет? Даже интересно. Что-то он мутит. Денис, спасибо. А что он может мутить, ребят? Ребята, напоминаю, следующая серия, как всегда, на 10 колосей. Спасибо. Буду видеть, что игрушка вам нравится. Мне прям заходит, я прям чувствую, что он здесь. Рано или поздно я его пройду сразу. С днем рождения меня, поздравляю. Можешь зайти купить снайперскую винтовку? В смысле, ёпт. Мне нужна винтовка с хорошим прицелом. Shouldn't be a problem. Без проблем. Want to see what we've got? It's all in the catalog here. I'm gonna have to take this on credit. Well, no, wait, we ain't even discussed terms. Я возьму, говорит, ее в кредит. Вы хотите решить это менее вежливым способом? Okay. Хорошо, okay, хорошо. Fine. You can заплатите pay позже. Me later. Откройте раздел винтовки. Винтовку с откидным затвором. А прикиньте, я бы сейчас купил. Тут вот она. Готовая просто. Ну, это просто... Понимаете, блядь, это подарок судьбы. Ну вот честно, вот, ну... Какая здесь оптика стоит? Нихера себе, ёпта, труба. Да нет, хорош, мне среднего хватит. Вы что, с ума сошли? Вот нарезы бы я сюда воткнул. Ну все, это все, я нашел себе винтовку. Это можно даже не покупать. Просто 100%. Оптика, ложа, обтяжка, понятно. Все. Плюс винтовка. Сейчас бы, прикинь, бы эпично было.
Тупо в кредит. Все. Шутя там прицел. 25 сантиметров просто. Бандура. Неплохо. Прям чистая снайперка вообще. Смотри, она до земли. Че он мутит, я не пойму. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella. Я говорю, с этим продавцом вышла ссора. Теперь у нас не лучшие отношения. У тебя вышла ссора? Да, у меня вышла ссора с половиной этого города. Не кипятись. Я ведь ее уже купил, так ведь? Почему ты так юлишь? Что ты задумал? Вечно ведешь какие-то игры, черт тебя дери. Я? Ты ведь не с Джеком ходит на рыбалку? Конечно нет. Если ты говоришь, что это не твой сын, какая тебе разница? Ты, наверное, все равно потом сбежишь. Почему ты так интересуешься моей жизнью? У тебя разве нет своей? Просто делай что-то одно. Две жизни не проживешь. Это все, что я хочу сказать. Мудрые слова. Что у тебя было с твоей девушкой? Как ее там звали? Мэри? На аукцион гонит стадо овец. Ранчо Эмеральд. В городе поговаривают, что владелец пытается подмять под себя все фермы отсюда до другого города. Я знаю это место. Что за замута? Не могу сообразить, что он мутит. Что-то же он мутит. Давай поднимемся на ту гряду. Оттуда должен быть хороший обзор. Ну да, слушай, там урон у этой винтовки. Ёпта, можно реально теперь по эпичным животным всем проехаться и просто выносить их вперед ногами. Сюда, Артур. Стадо благополучно дойдет до аукциона. Всю выручку заберут, пора новых погонщиков. Вряд ли город захочет разбираться типа это. Зачем нам винтовка, которую ты смог купить сам? Я считаю, нам не стоит подходить близко. Прежде всего надо узнать, с кем мы имеем дело. Ёпта. Я что, как этот, как ворошиловский стрелок, что ли? Ну давай. Не шутя расстояние. Там еще и перепад высот. Okay. I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Стрельнуть рядом. Похоже, говорит, один не из трусливых. Стрельни еще раз рядом с ним. Вот, отожмем стадо. Можно, что ли, было? Не игрок. Го к стаду, чё стоим? Не боятся, что их так узнают? Приблизьтесь. А, типа, чтоб этих.
типа как эти, как загонщики делают. Ля, эти. Кажется, это все. You know what? Давай, говорит, назад. Why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. Ну-ка, пацаны. I'll bring you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to hurt. All right, whatever. Так, вот эту, наверное, пока можно убрать. Можно вообще лук достать. С лука неплохо получалось стрелять. There you go. Так, говорите, стримеры ни на что не способны. Пожалуйста. Like I said, I'll handle this. Что еще делать? Нормально, что гоним стадо. Ждем бабосики. Так, кто там подотстал? Что, стример, он, кстати, довольно способный. Прошу обратить внимание. Овечки все бегут, никто не теряется. Анфитка, спасибо тебе большое. А, не в этих застревает, в колючках, ёптать. Так, мы вообще куда я... Ёпта. Короче, по дороге. Так, а ну-ка вышли все из сумрака. Изи бабки получается еще. Так, ну чё началось-то тут, Цап-цобе, цап-цобе! Так, я вам ща, блядь. Эй-хей-хей, гали-гали! На-на-на-на-на-на! Получается официальный пастух. Ну вот. Fine sheep. Отличные овцы. Неплохие. You seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. Я видел типа овец с менее подозрительным происхождением. На что вы намекаете? Намекаю на то, что вы отдаете мне 25% выручки. А я буду держать рот на замке. Здесь все в порядке? Sure. Простите, я вас прощу. Мин на 25%. Может, еще одну дырку, блядь, в голове сделать? Наказание за угон скота виселица. 25%. 15. 20. 18. Блядь. Ты как прям в этом, в Бэд Санта, ёпта. Не злись, приятель. Считай, что я покупаю ваши грехи. Да, конечно. За бабосиками приходите после аукциона. Ты чё так, ёпта, где измазалась-то? Вот. Хера, там раньше за все что ли, виселица была? 17%, а я думал, что мы грабители. Все равно навар неплохой. Спасибо за твою бесценную помощь. Не умеешь гнать скот, не умеешь плавать.
Give it a rest, will you? Уж хватит, а. Мы ведь уже не дети. О, салун. Сейчас начнется, ёпта. Знаем мы эти ваши салуны. Я ж тебя почистил, покормил. Ты чего? Лошадка. Ты чё, ёпта, газанул-то? Ты чё, моя хорошая? Газуешь-то так. Смотри, а то... Есть, блядь, одни лопухи будешь. А то на В-плюс залетает. Ну, кстати, да. Но зато очень эффектное появление. Очень, блядь, очень эффектное. Согласен. Это я так хотел. Ну да. After you, sir. После вас, сэр. Джентльмен. Джентльмены, да, Шляполь, где вы пропадали? Работали. Дело Марстона. Хорошо. И мы ждем, когда нам заплатят за... Завет. Леопольд, мой добрый друг. Раз уж ты здесь, почему бы тебе не пойти с Джоном и проследить, чтобы все прошло без фокусов? Разумеется. Джентльмен, выпьешь? Ничего так не иссушит мозги, как беседа со старым Штраусом. Надо было оставить нам там, где он нашел много лет назад. Начитанный маленький австрияк только с корабля. Ну, я думаю, у школы благородных девиц странные выпускники. Это так. Твое здоровье. Ой. What the hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you! Сука, кто нас опять заложил? Get out here! Before I have these men killed! Дружочек. What do you think? Чё скажешь? Well, I... You start spinning the yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by letting Scott you rob from me? Vanderlyn, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Yeah, блядь. Please, gentlemen, this is a произошла ужасная ошибка. This is a case. Вы с кем-то спутали. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this judge, whomever he may be. Я нихуя не понял, как это работает. Ну ладно, окей. Я правда не понял. Подождите. Ну, накапливаешь. Твою мать, да отойди ты, ёпта! Эй, прям пули непробиваемый, блять, монах, что ли? Я понял. Я все понял. Кто, чел? Ты, блядь, ты просто кто? О. Let's go!
шериф, нахер шерифа, нахер просто всех. Я понял. Я понял, не дурак. Дурак бы не понял. Бля, что происходит, а здесь? Все. Что мне нужно сделать-то, ёпта? Подожди. Есть какой-то дурдом. Что? Блять, что сделать надо в этой миссии? Ни хера не понял. Подождите. Просто прыгнуть в тележку или что? Дайте паузу, прикрывайте банду. Окей. Минус город, я понял, блядь. Нормально, пацаны. Попили, блядь, пивка. Что ли, я не пойму. Вообще законно, что мы весь город убили, нет? Своих не бросаем. Штраус, братан. Давай, 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 давай. У меня флешбеки там начались. Давай, 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 братан. У меня все, у меня флешбеки, все, КС началось. Убедить, что за нами никто не идет. Короче, все, резко по коням, валим нахер отсюда. А мне здесь оставаться после такого. Хорошая идея, кстати, с пистолетом была. Мне понравилось. Так и напишем, блять, на памятнике. Он любил пистолет. Лошадка, валим отсюда. Просто, моя хорошая, поехали. Так, конечно, вниз. Пошла, 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 пошла. Бля, за мной там погоня. От служителей закона. У такой лошади вообще легко. Так, нам надо к чертовой матери сворачивать нашу кибитку.
Просто чертовой матери. Так, надо всех пацанов срочно забирать. За меня здесь опять награда. Дача. Короче, жопа, скоро нас везде искать просто будут. Просто везде. Нам надо срочно отсюда вообще просто текать. Так, господа, нам едет ревизор. Так, братцы, более 3 часов уже стрим идет. Давайте на этом, наверное, на сегодняшний день закончим. Очень-очень-очень интересный сюжет. Если честно, я не ожидал, что он будет вот настолько вот, вот резкий. Вот, настолько быстрый, подвижный. Я не знаю, как это как угодно называете. Ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напоминаю, новая серия 10 лосей. И продолжаем погружаться в мир Red Dead Redemption. Прошли уже, кстати, 30% от игры. Очень быстро идем с вами. Обязательно поохотимся, обязательно порыбачим. Пишите ваш совет, комментарии, как всегда, внизу к данному видеоролику. Также подписывайтесь на канал, все ссылочки подробные тоже найдете на мои социальные сети внизу в описании. Всем добра, удачи, с вами как всегда был я, Леха, канал Hard Games. Пока-пока, встретимся уже